чего начать? Благодарность. Ну что, я хочу поблагодарить неравнодушных людей, у которых есть еще сердце, что они могут прийти на помощь людям, таким как я, инвалидам. Я благодарен им, очень благодарен, что они так откликнулись на мою беду, что они мне подарили. Это, как говорится, вторая жизнь. Коляска мне. Без коляски я не могу. На костылях тоже мне. Я больной человек. На костылях плохо хожу. И мне просто необходима эта коляска. И я очень благодарен тем людям и Господу Богу, что меня пришли на помощь, выручили. И еще раз хочу поблагодарить людей и волонтеров, которые мне сделали такой ценный подарок. Большое вам спасибо. Я благодарен, безмерно благодарен вам за то, что вы увидели меня, откликнулись для меня, помогли мне, очень помогли. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Дай Бог вам здоровья, счастья и всего доброго. И много и успехов в вашей работе, нелегкой, но благодарной работе. Спасибо вам. Очень большое спасибо.